Ложная тревога. 13 июня на станции железнодорожного вокзала было объявлено о ЧП. На место происшествия по тревожному сигналу сразу же выехала группа спасателей. Вокзал оцепили, к месту приехали скорые и полиция. Впрочем, поисково-спасательные работы велись недолго. Причиной вызова спецслужб послужил сигнал о бесхозном рюкзаке, находившемся в урне на станции. Работали на месте пожарные, спасатели, ОМОН, УФСБ, и пиротехниками ОМОН была проведена операция. Рюкзак оказался забытый.